последнее время как раз дела ничего, потому что уже шла речь об операции в связи с травмой, которую я получил в середине лета прошлого года. Но сейчас как бы я сыграл Доху, Австралию, и все более-менее в порядке. С Сергеем мы сыграли около 5 часов, и как бы если после этого все нормально, надеюсь, что все будет в порядке и в дальнейшем в сезоне. Но сейчас это как бы наиболее приоритетная для меня часть. Я думаю, если будет в порядке все со здоровьем, то рейтинг и очки вернутся очень быстро. Главное, как бы, я по крайней мере, уверен в том, что уровень игры у меня никак не на мой рейтинг, поэтому думаю, что это только вопрос времени и вопрос здоровья. А тяжело будет взбираться обратно вверх? Ну, в прошлый раз, когда я это делал, было тяжело, сейчас не знаю, сейчас посмотрим. Надеюсь, уже в этом году вернуться обратно в 100, но это как бы посмотрим, сколько я буду хорошо играть, насколько все сложится. Что тебе известно о Монегаско? А с Балерей играл 2 раза, 2 раза проиграл, но в свою защиту могу сказать, что 2 раза это было на грунте, и я был не в лучшей своей форме. Здесь мы как бы играем дома, и я все-таки себя чувствую здесь очень комфортно, потому что как бы родился недалеко отсюда и тренировался здесь на Мегароне 3 года, и как бы будут друзья, семья, знакомые поддерживать. Как всегда. Да, поэтому надеюсь на положительный результат.